Всем ассаламу алейкум, доброго баракатного дня, мои дорогие. Такая хорошая погода сегодня в Москве, просто шикарная, машаллах. Я вышла из дома, собираюсь поехать на мероприятие. Сегодня у моей Миланочки Пиевой значимое мероприятие, куда я, собственно, приглашена почетным гостем. Вышла заранее, так как нужно заехать в цветочный магазин, купить цветочки и поехать на мероприятие. Всем хорошего дня. Да что сказали? Тебе замуж выдают. А кого, меня? Да. А, нет. Замуж не хочу. Не хочешь, да? Нет.